Лунный календарь рыболова на август и сентябрь 2021 года. Дни, когда лучше ловить рыбу. Влияние Луны на нашу планету огромно. Она руководит приливами и отливами, активностью всего живого. Поэтому опытные рыболовы знают, что нужно заглядывать в лунный календарь, когда планируешь рыбалку. Дальше вы узнаете лучшие дни для рыбалки в августе и сентябре. Изменение фаз Луны имеет очень большое влияние на самочувствие рыб и интенсивность клёва. В зависимости от влияния фаз Луны у рыб активизируются или замедляются жизненные процессы. Влияние фаз различно на клёв мирной рыбы и хищной рыбы. В августе 2021 года для ловли мирной рыбы лучше всего подойдут следующие даты. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 29 августа обещают хороший клёв. 2, 3, 4, 5, 10, 16, 17, 26 августа обещает средний клёв. Для хищной рыбы подходят следующие даты: 9, 10, 11, 12, 13, 18 и 19 августа обещают хороший клёв. 1, 2, 3, 14, 27, 28, 29 и 30 августа будет средний клёв по лунному календарю. В сентябре для мирной рыбы будут следующие даты: 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28 сентября – хороший клёв. 1, 2, 8, 13, 14, 24, 29, 30 сентября будет средний клёв по лунному календарю. В сентябре для хищной рыбы подходят следующие даты: 7, 8, 9, 10, 23, 24, 25 сентября будет хороший клёв. Если вы ловите хищную рыбу 1, 2, 26, 27, 28 или 29 сентября, то лунный календарь обещает средний клёв. Используйте этот лунный календарь для рыбалки, и пусть вам повезет. Ни хвоста, ни чешуи. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.